Садоводы и огородники, информация для вас. Совсем скоро начнется активная посевная. Значит, самое время запасаться качественной рассадой и средствами, которые защитят и приумножат будущий урожай. В чувашском филиале Россельхозцентра уже подготовили все необходимое. Тысячи проросших семян овощей и цветочных культур набираются сил в теплицах. Заметьте, это высококачественный посевной материал с крепким иммунитетом и хорошими перспективами. Его изготавливают по всем правилам агрономической науки с использованием передовых биотехнологий. Семена обрабатывают специальными веществами, которые защитят их в дальнейшем от всевозможных болезней – мучнистой росы, фитофтороза, корневой гнили и других диагнозов. Кстати, ризобактерии, а именно они входят в состав препаратов, можно использовать на любой стадии развития растений. Они безвредны для человека, животных, птиц и насекомых, так же, как и бактериальные удобрения. Препараты производят в лабораториях Чувашского отдела Россельхозцентра. И их тоже можно приобрести для дачно-огородных нужд. Чтобы получить экологически безопасное средство защиты растений, стерильную питательную среду засевают маточной культурой бактерий. Двое суток качают в качалке для насыщения кислородом, затем разливают по емкостям и отдают на реализацию. Есть и ферментатор мощностью 650 литров. Запуск этого ферментатора нам теперь позволяет большими партиями, как серийное производство, производить наши биологические препараты. А вот на качалках мы можем отдельными партиями при поступлении заказов от наших сельхозтоваропроизводителей производить на качалках. Надо отметить, что биологические препараты, конечно, снижают пестицидную нагрузку. Применение биологических препаратов является одним из основных факторов для производства экологически чистого продукта. Одно из новых направлений работы филиала Россельхозцентра – производство агрохимикатов, которые стимулируют рост и развитие почвенной микрофлоры, усиливают азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмен у растений. Гуматы – это как витаминный комплекс для растений, повышают их стойкость, ускоряют созревание, улучшают качество урожая. Приобрести рассаду, биопрепараты, химикаты и получить консультации по их использованию можно в Чувашском филиале Россельхозцентра и его отделах в районах республики.